Вот с такого оригинального и успокаивающего спортсмена перед схваткой танца начинаются все бои у тайцев. У нас же пока так делают единицы. А музыка звучит по ходу всех поединков. Открытые чемпионаты первенства собрали боксеров не только Орла и области, а также Курска, Тулы и Брянска. У нас, кстати, тайский бокс появился еще 10 лет назад, и за это время несколько орловских спортсменов становились призерами первенства России. Тайский бокс требует от спортсмена особой подготовки. В тайском боксе желательно заниматься уже с 12 лет. А за один год одного нормального спортсмена, которого можно вывести, и чтобы его там не побили, и он был сам рад, нельзя подготовить. Мы больше уделяем внимание дыхательной системе, подготовке психологической бойца. Почти 100 спортсменов приняли участие в соревнованиях среди юношей и взрослых мужчин. Сами бойцы считают этот вид одним из самых жестких. Разрешены практически все удары, кроме ударов в пах и сверху, дабы избежать серьезных нокаутов. На ринге самое главное не бояться здесь. Это считается самый жесткий вид спорта. Вот против коленей, локтей нет ничего больнее, как ноги, руки. Нет ничего. Самое болезненное, самый опасный вид спорта. На ринге боксеры почти полностью отключаются от внешнего мира и отдаются схватке. Многие бойцы отключаются полностью, ничего не слушают. То есть доносится максимум установка тренера. То есть голос тренера он слышен всегда. По итогам чемпионата и первенства лучшие тайские боксеры попадут в сборную города. Андрей Жиляев и Андрей Борискин для программы «Оперативный эфир».